Всем привет! Сегодня приготовим правильный, вкусный постный борщ без мяса. Готовится он несложно. Для приготовления на 4-литровую кастрюлю понадобится 3-4 свеклы, в зависимости от размера, примерно 400 грамм. 4-5 картофеля, примерно 500 грамм. 1 крупная морковь, примерно 150 грамм. 1 крупная луковица, тоже где-то 100-150 грамм. 300 грамм белокочанной капусты. 3 столовые ложки томатной пасты, 1 столовая ложка сахара, 2-3 зубчика чеснока, зелень по вкусу, у меня укроп и петрушка, соль, перец, тоже по вкусу, и уксус, 1-2 столовые ложки, по желанию, можно и не добавлять. Начнем приготовление. В глубокой сковороде или сотейнике обжарьте на растительном масле лук, нарезанный мелким кубиком. Добавьте к нему тонко нашинкованную морковь и свеклу. Обжаривайте, помешивая пару минут. Затем добавьте томатную пасту, ложку сахара, залейте кипятком и тушите 10-15 минут. Тем временем в кастрюле с кипящей водой воды наливайте половину объема. Положите нарезанный брусочками или кубиком картофель. Положите нашинкованную соломкой капусту. Добавьте соль. Дождитесь повторного закипания и варите до полной готовности картофеля. Это 15-20 минут. Затем добавьте в кастрюлю тушеные в томатной пасте овощи. Перемешайте, варите еще 10-15 минут. При необходимости долейте кипятка до полного объема. Тем временем измельчите чеснок и укроп. Отправьте их в кастрюлю с супом. Добавьте черный перец, еще соль по вкусу и уксус. Перемешайте. Еще поварите пару минут и выключайте. Накройте крышкой и дайте супу настояться 10-15 минут. Борщ готов. Накладывайте в тарелки и подавайте к обеду. Борщ очень вкусный и наваристый. Даже несмотря на то, что в нем нет мяса. Приятного аппетита! Балуйте себя и своих близких!